Я подписал распоряжение по созданию агентства по технологическому развитию, которое, ну, во-первых, давно планировалось уже к запуску. Оно будет заниматься трансфером перспективных российских и иностранных технологий, развитием высокотехнологичного производства промышленной продукции. Будет помогать нашим компаниям в получении патентов, ноу-хау, содействовать продвижению в России проектов, которые направлены на локализацию технологий. Ну и поддерживать наш бизнес при проведении лицензионных сделок и создании совместных производств. Все это, надеюсь, будет способствовать импортозамещению, повышению конкурентоспособности наших компаний за счет их модернизации и росту несырьевого экспорта. Все это остается важнейшими направлениями развития российской экономики. Перед агентством поставлена задача по выходу на самоокупаемость, что тоже немаловажно.